Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать в студию канала Клягемау ТВ. Сегодня мы обратим наше внимание на различия между ключевыми и маргинальными фигурами. На примере такой ключевой фигуры, как Игорь Коломойский. Коломойский в начале марта был назначен Пучистским правительством, губернатором Днепропетровской области с населением более 3,2 миллионов человек. Такие фигуры узнаются по их связям с другими ключевыми фигурами, предоставляющими информацию о тайных идеологах, стоящих за ними. Первое. Связь с финансовым миром. Давайте вспомним. Деньги правят миром. Коломойский – второй или третий человек в Украине по богатству. Он соучредитель и совладелец Приватбанка, самого крупного банка Украины. Свои миллиарды он сделал, будучи приятелем осужденной за мошенничество, экс-премьер-министра Юлии Тимошенко. Второе. Связь с сырьевой и пищевой промышленностью. Давайте вспомним, что когда-то сказал Генри Киссинджер, кто контролирует нефть, тот контролирует страну. Но тот, кто контролирует продукты питания, тот кон контролирует народ. Коломойский вокруг своего приватбанка создал влиятельную приватгруппу, которая контролирует в Украине часть стали и нефтепромышленности, химическую, энергетическую и пищевую промышленность. По данным Центра по борьбе с коррупцией, Игорю Коломойскому с 2011 года принадлежит первая украинская газовая компания «Буризма Холдинг». Примечательно, что с 13 мая 2014 года Хантер Байден, сын вице-президента США Джо Байдена, состоит в наблюдательном совете этой компании. Третье. Связь с медиакартелем. Коломойскому принадлежит частное независимое информационное агентство ⁇ Униан ⁇ посредством которого он контролирует большую часть информации, исходящей из украинских СМИ. Он владеет долей и на телеканале 1 плюс 1, причисляемого к самым большим вещательным каналам Украины. Через свою приватную группу он владеет и другими СМИ. Четвертое. Политические проблемы он решает по-своему. Так он объявил, например, на рекламных счетах, что за каждого пойманного пророссийского сепаратиста он выплатит премию в размере 10 тысяч долларов США. На своих банках он разместил большие плакаты с предложением в 100 миллионов долларов тому, кто приведет к падению Владимира Путина или физически устранит президента Российской Федерации. То, что нельзя оставить без внимания, так это высказывание его заместителя, Филатова, про жителей Крыма. Нужно давать мразям любые обещания, гарантии и идти на любые уступки, а вешать, вешать их надо потом. 14 мая 2014 года Олег Царев в прослушанном и подтвержденном телефонном разговоре с Коломойским был обвинен в смерти одного солдата, еврея из Национальной гвардии, погибшего в Мариуполе. Коломойский, который в этот момент как раз находился в синагоге, объяснил Цареву, что за его голову евреи дают 1 миллион долларов. Царев, выступавший за федерализацию и референдум в восточных регионах Украины, был кандидатом в президенты на выборах 25 мая. Протестуя против Киева, он снял свою кандидатуру с выборов. Коломойский угрожал ему, что его будут искать, начнут ловить его людей, в первую очередь его родственников. Мы будем их вешать на площади, сказал Коломойский в этом телефонном разговоре. Таким образом, он предоставил нам информацию, чем отличаются ключевые фигуры от маргиналов. Хотя маргиналы играют лишь маленькие эпизодические роли, однако они иногда все же являются решающими в развитии общего сюжета. Коломойский поддерживает отношения с разными маргинальными группами. Как сообщила украинская пресса, он не только самый главный спонсор движения Евромайдана, но и самый важный сторонник правого сектора и других ультранациональных группировок. Тем самым он поддерживает и использует как раз те группировки, которые, если разобраться, резко противоречат его собственной еврейско-израильской этнической принадлежности, и которые можно назвать нацистскими. Уважаемые дамы и господа, это информация о Бигоре коломойском, одной из самых влиятельных ключевых фигур в войне в Украине. Конечно, есть разные главные фигуры. И, конечно, взаимоотношения между ключевыми фигурами и маргиналами в действительности намного сложнее и многограннее. Клягэ Мау ТВ не претендует на полноту и просит вас помогать, раскрывать различные личности и называть вещи своими именами. Мы рады приветствовать вас на нашем канале и завтра.